бу дәхлизин әһәмиятле? Мы должны сконцентрироваться на трех основных факторах. Во-первых, значимость этого коридора в краткосрочный и среднесрочный период возрастет. Второй фактор заключается в том, что последние события свидетельствуют об очередном этапе превращения Азербайджана в логистический центр региона, в котором проживает 130 миллионов человек. И в-третьих, последние события показывают значимость Зангезурского коридора. Через этот коридор будут осуществляться не только грузоперевозки в направлении север-юг, но также коридор обеспечит выход из Центральной Азии и Китая к Средиземному морю. Эти три фактора сделают Азербайджан важным игроком в цепочке поставок между Европой и Азией.